Всем добрый день, приветствую вас на своем канале. Хочу показать, как нарисовать поле тюльпанов на ноготке. Дизайн может и смотрится сложно и непонятно в исполнении, на самом деле очень легкий. Так, на типсе базовый цвет. Тюльпаны у меня будут нежно-розовые. Вверху ноготка рисую два овала розового цвета. Просушиваю 5 секунд лампы, чтобы зафиксировать. Розовый гель-лак на палитре смешиваю с белым. Делаю лепестки у тюльпанов. Один по центру и два по краям. Сушу 5 секунд в лампе. На палитре темно-зеленый и зеленые цвета. Рисую зеленые листы тюльпаном. Одну половину темным цветом, а другую более светлым. Сушу 5 секунд. Розовым опять рисую овалы бутонов тюльпанов. Немножко побольше. Сушу 5 секунд. Рисую лепестки тюльпанов. Единственный нюанс в этом дизайне, что нужно будет часто просушивать. Но я делаю просушки по 5 секунд, чтобы зафиксировать гель-лак. А когда уже дизайн готов полностью, тогда полноценно просушу. Сушу 5 секунд. И рисую зеленые листы. Можно, вернее нужно, немножко заходить на бутоны выше. Сушу 5 секунд. Добавляю еще розовым гель-лаком бутоны, еще чуть больше, чем предыдущий. Эти бутоны в центре немножко затемняю. Они ближе к нам расположены, поэтому нуждаются в более детальной прорисовке и в расстановке теней. Сушу 5 секунд в лампе. Добавляю зеленых листов. Продолжаю два листика с предыдущего ряда. И третий рисую новым. Сушу 5 секунд. Рисую лепестки у цветов. Сушу 5 секунд. Добавляю зелени. Просушиваю 5 секунд. Рисую бутон самый большой. И затемняю центр. Сушу 5 секунд. Заполняю оставшееся пространство зеленью. Сушу 5 секунд и рисую лепестки у бутона. Теперь просушиваю полноценно. В LED-лампе 30 секунд, если у вас ультрафиолетовая, то 2 минуты. В темно-зеленый подмешиваю черный гель-лак и прорисовываю листву. Обвожу по краю и ставлю прожилки посередине листа. Белая гель-краска прорисовываю бутоны. Сушу в лампе. Я перекрыла дизайн топом, обводка у тюльпанов стала не такой явной, цветы стали бледными. Поэтому по топу просушенному я еще раз продублирую обводку бутона гель-краской без липкого слоя. Сушу в лампе. Хотела два дизайна в одно видео вместить, но один вариант занял почти 5 минут. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить видео со вторым дизайном, он гораздо легче и быстрее. Ну а если вам понравилась моя идея, дайте мне знать лайками. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Всего доброго, хорошего дня!